Анонс 27 серии сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Как мы помним с предыдущих серий, Алина приезжает к Сергею и откровенно флиртует с ним, не подозревая, что за ней наблюдают ее жених и Саша. Расстроенный Филипп признается Саше, что это он слил договор о помолвке и обещает рассказать все Градскому. Тем временем Рита и Люси пытаются разоблачить Тараса. Тарас давит на Люси, пытается вызвать в ней чувство вины, но Рите и Свете удаются опровергнуть ложь мужчины и добыть нужные сведения для Градского. Воодушевленный Сергей пробует помириться с Сашей, но девушка непреклонна. Тогда он решается на авантюру. Продолжение вы сможете увидеть в 27 серии, которая выйдет уже 27 марта на ОКО. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.